Ничто столько не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни. И не только благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых обществ. Святитель Филарет Московский. Когда сделаемся сынами воскресения, тогда и мы будем удостоены знания лицом к лицу. Тогда праведные удостоятся лицезрения Божия в радости, а грешники — в суде, потому что всякий грех будет истреблен праведным судом Божиим. Святитель Василий Великий. Слава Господу и Его милосердию, что Он много нас любит и дает нам мир Свой и благодать Святаго Духа. Преподобный Силуан Афонский.